Всем добра, это Обнимат 24, и я вам расскажу сегодня про Вальтер ППС. Так вот, в 2004 году компания Umarex выпустила пистолет Umarex Вальтер ППС. Модель является точной копией Вальтер ППС, не поверите. Переводится, кстати, как легкий полицейский пистолет. На немецком аббревиатура примерно звучит как Полизейпистолешланг. Простите мое произношение. Разработка данного пистолета велась практически с начального уровня. Такой подход к производству данного оружия является нестандартным. Как правило, производители экономят на разработке, попросту берут уже существующую модель и укорачивают, к примеру, рукоятку и длину ствола. Но в данном случае, вследствие инновационного подхода, удалось достичь оптимальных размеров оружия. Уменьшилась толщина пистолета, и как результат получился компактный пистолет, превосходно подходящий как для гражданского населения, так и для сотрудников органов правоохранения. Все это, конечно, интересно, но пора вам рассказать все-таки о пневматической версии пистолета. Девайс является точной копией своего боевого аналога. Выполненная из пластика рамка и металлический затвор пистолета один в один повторяет оригинал. Приспособления для прицеливания отмечены точками белого цвета. К ним относятся цели, которые регулируются, и неподвижная мушка. Благодаря подствольной направляющей на Umarex Вальтер имеется возможность установить как лазерный целеуказатель, так и фонарь. Существуют и отличия. Предохранитель конструкционно изменен, кнопка расположена на спусковом крючке. Рычаг фиксации затвора не двигается, а изготовлен как единое целое с затвором. Это, пожалуй, все отличия от боевого. Хотелось также отметить одну интересную фичу. Вы ее сейчас наблюдаете на экранах. В крышке отсека для баллончика находится ключ, поэтому носить его с собой отдельно нет необходимости. Довольно интересно и практично. Чувствуется немецкий подход, даже к пневматической модели. Приятно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на новые видео и вступайте в группу ВКонтакте. Если вам видео не понравилось, вы можете поставить дизлайк и написать комментарий о том, что именно вам не понравилось. Девайс, показанный в видео, вы можете приобрести у нас на сайте. Все ссылочки на ваших экранах кликабельны. Нажимайте, не стесняйтесь. Дальше будет много интересного. До новых встреч!